Всем приветики! Вот хочу показать и похвастаться. У меня зацвела патагоника, кислица энеофила. Это альпийская кислица считается, правда, она южноафриканская, но отлично такие кислички выращивают на альпийских горках, поэтому их многие называют альпийские. Вот у меня два экземпляра, второй выглядит поинтереснее, я имею в виду поинтереснее в плане зелени, у них побольше, но без цветов. У того, что зацвел, цветочек есть, даже там еще второй бутончик, но зеленушки поменьше. Ну ничего, посмотрим. Я все-таки еще немножко с ними все равно плохо справляюсь, потому что после цветения они у меня намереваются иногда пропадать. Вот остальные лоценяты, энеофилы, вот стоят вот здесь, и некоторые начинают уже проклевываться, не все еще, но прогресс пошел, и меня это радует. Все-таки не зря я их вынесла тогда на улицу. Вот, я вполне этим довольна. Вот, она еще очень вкусно пахнет. Я не знаю, на что похож запах. Я такого цветочного запаха еще не нюхала. Вот, очень даже мне нравится. Вот, всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока.